Остановка Новочеремушкинская улица. Следующая остановка – парк 70-летия Победы. Остановка – парк 70-летия Победы. Следующая остановка – детский сад. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Напоминаем, что для выхода из автобуса необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки звонка. Остановка – детский сад. Следующая остановка – Болотниковская улица.
Остановка Болотниковская улица. Следующая остановка Болотниковская улица, дом 44. Уважаемые пассажиры, по постановлению Московской областной думы с 1 августа 2015 года не предоставляется бесплатный проезд на городском общественном транспорте для жителей Московской области следующих категорий. Пенсионные категории граждан, условия оплаты проезда не изменены. Подробности по телефону горячей линии Министерства социального развития Московской области 8-498-602-84-50. Остановка Болотниковская улица, дом 44. Следующая остановка Болотниковская улица, дом 35. Уважаемые пассажиры, за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Остановка Болотниковская улица, дом 35. Следующая остановка Перекопская улица. Уважаемые пассажиры, будьте вежливыми, уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Остановка Перекопская улица. Следующая остановка Керченская улица. Уважаемые пассажиры, в салоне автобуса ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма или других противоправных действий, видеозапись передается в правоохранительные органы. Остановка Керченская улица. Следующая остановка Одесская улица. Остановка Одесская улица. Следующая остановка – станция метро Каховская. Западный вход.
Остановка – станция метро Каховская, западный вход. Следующая остановка – Большая Юшинская улица, дом 8. Остановка работает в режиме по требованию. Уважаемые пассажиры, при выходе из автобуса не забывайте свои вещи. О забытых вещах и подозрительных предметах сообщайте водителю. Уважаемые пассажиры, автобус прибыл на конечную остановку Большая Юшинская улица. При выходе не забывайте свои вещи. На улицах города соблюдайте правила дорожного движения. Всего вам доброго.